Как украсить елку к Новому году? Вот сейчас мы и узнаем, поговорим с нашим экспертом программы, дизайнер Наталья Догодева. Доброе утро. Доброе утро. Наталья. А вы ставите лично вы дома елку? В прошлом году не ставила, мне хватило вашей. Вот, видите? Приходили к нам, заряжались новогодним настроением, да. И просто достаточно. В чем прикол был раньше-то, в детстве, елок? Шары, мишура и дождик. И гирлянда. А? Тема? Так. А вы зря смеетесь, вот, между прочим, это новый тренд. Елка, украшенная в стиле Советского Союза, с дождиком, стеклянными игрушками. Ну, мода входит по кругу. Мы все с вами знаем, как в одежде, так и в интерьерном. Мне кажется, просто здесь определенный уют с детства создавался вот именно таким образом елки. Поэтому люди так до сих пор и наряжают. Но те, кто хочет что-то новое привнести, у них уже вот такие появляются. Нет, знаешь, мне кажется, действительно, сейчас мода, она же кольцевая, и возвращается тренд на советское. У меня, например, есть знакомые, которые на специальных маркетплейсах закупают прям, потому что коллекционируют советские игрушки. Да, да. Ну, давайте, расскажите нам, что в тренде вообще в этом году, какая цветовая гамма, например, должна быть на елке преимущественно? Антон? Символ года у нас черный водяной кролик. Но если прям буквально воспринимать, то это сочетание черного и белого. Вот на картинке показано, как можно оформить вот в таком классическом понимании символа года. Черно-белая елка. Почему бы и нет? Смотрится достаточно немрачно, очень контрастно, да. Но также эксперт отмечают такие оттенки, как жемчужный, бежевый, нежно-розовый, фиолетовый и оттенки воды. Это голубой, синий, изумрудный. То есть это все цвета, которые мы можем использовать у нас в украшении елки либо другом новогоднем декоре. Ну, в нашей елке ничего черного нет, да? Знаете, во-первых, цветовая гамма, она обширная. Во-вторых, я всегда рекомендую ориентироваться на интерьер. В принципе, у нас бы черно-белая елка была, но вот мне показалось хорошо с голубой такой, с голубым экраном будет смотреться елочка в таких розовых пудровых оттенках. А вот у нас, получается, оттенки называются розовый и шампань. Да. Они насколько в тренде сейчас? А все оттенки жемчужного, в том числе шампань, бежевый, то есть они у нас присутствуют. Mm-hmm. Белый, ну белый он в принципе всегда из года в год как бы как переходящий флаг, он подходит ко всем. Давайте тогда еще поговорим про вот веточки, ягодки, всякие пушистики, вот почему перышки. Перья, да, у нас? Да, вот это как элементы, они зачем на елке нужны и... Ну, вообще, почему так красиво смотрится? Да, вообще, ну, во-первых, да, смотрится красиво, согласитесь. Во-вторых, перья – это универсальный праздничный декор для любого праздника. Еще есть один такой момент. Сейчас идет тренд такой на экологичность. То есть есть люди, которые украшают елку сухоцветами. Как бы если вы заранее не заготовили сухоцветы, вот различные веточки вам в этом помогут декорировать елочку. То есть не обязательно игрушки должны быть подвесные на ветках елки. То есть можно разложить. Можно и растения. Да. В том числе можно взять, купить новогодний букет и разобрать его на елку. То есть, как, в принципе, сделали мы. То есть, вот эти веточки, их можно использовать в вазе, как новогодний хитрый декор. Тем. А можно вот украсить ими елочку. Почему бы и нет? Ну, то есть, это елки добавляют что-то, кроме, ну, красоты, имеется в виду? Конечно. Там, объем или как? Объем, да. Во-первых, объем, объемные веточки. Во-вторых, вот, кстати, о трендах. К нам пришел такой тренд очень интересный из Америки. Это очень богато украшенная елка. То есть мы постарались по максимуму вчера все сделать, но они публикуют картинки, настолько елка перегружена декором, что даже не видно ее веток. О, а наши советские елки не перегружены декором. Там просто все, что было. Отличие советской елки от американской, знаете в чем? Нет. Советские елочки, они такие как худенькие и с дождиком, то есть все равно контуры елки прослеживаются. А у нас очень-очень объемная елка, вот именно вот, если американские, вот мы посмотрим, вот картинка позади вас, то есть видите, даже елки самой не видно. Просто прям куча какая-то. Такой, да. Интересный вариант декора. Ну, есть также еще один полярный тренд американскому тренду. Это скандинавские елочки, украшенные в стиле минимализм. То есть, чем естественнее у нас выглядит дерево, тем лучше. То есть, это могут быть гирлянда и пару шишек. Ну, и там парочка шаров в естественном оттенке, да. Абсолютно не украшена макушка.
то есть соответствующий декор, а остальной, то есть еловые шишки, веточки в квартире и никаких блесток, да, то есть это скандинавский декор. Опять же, здесь мы отталкиваемся от того, какой у нас интерьер. Если у нас интерьер располагает вот к такому вот классическому, либо просто хочется побольше праздника, то мы ставим елочку богато украшенную. Если мы любим минимализм, либо у нас в эко-стиле квартира оформлена, и мы не любим все такое вычурное, мы ставим елочку в стиле минимализм. А вот что касается макушки елки, что сейчас в тренде там? Звезда или вот у нас что? Все, что вы сейчас перечислили, плюс сухоцветы. Вот американский тренд, это когда мы убираем звезды и любую макушку и делаем там такую как имитацию букета сухоцветов. То есть получается просто такая пушистая елка. В скандинавском тренде вообще рекомендуют отказаться от макушки. То есть елка красивая сама по себе. Мне кажется, что просто эти тренды зарождаются так, что людям лень ставить стремянку или забираться. Вот это как называется? Конус. Конус? Давай, придумаем название, Звезда нового утра. Ну какая звезда? Ну что это за звезда? Звезда. Ну это не звезда. Это шпиль, как купол или шпиль какой-то. Ну, у нас елка, мы довольны вообще вполне. Мне кажется, очень даже хорошо получилось. Да, спасибо большое. Есть о чем мы еще не сказали. Я вижу, что здесь гирлянда одноцветная, просто белый светится и все. Не стали мы, да, чего-то там розового добавлять? Ну, у нас розового достаточно, поэтому просто добавили огоньков. Опять же, нужно смотреть еще, в какой цветовой гамме у нас оформлена елка. То есть у нас достаточно такой бежевый, то есть теплая цветовая гамма преобладает. Соответственно, у нас огонечки теплые светятся. Если бы у нас была, скажем, белая елка с новогодним декором холодного цвета, оттенка, то есть голубой, белый, то как раз здесь бы теплые огоньки, они бы не очень были гармоничны. Ну, то есть это тоже тренд на однотонность, кстати, да, что вот у нас все одних оттенков, как вот у меня, например, все игрушки разноцветные. Ну да, Наталья Догадаева, дизайнер. Дизайнер интерьера, спасибо большое за эту елку. Надеюсь, многих из вас зарядили на то, чтобы поставить елку именно на этих выходных. И, возможно, к этим трендам вы тоже прислушаетесь.